Согласно указу главы Чувашии Олега Николаева, 20 июня 2020 года в республике сохраняется до особого распоряжения запрет курения кальянов в ресторанах, кафе, барах и в иных общественных местах. Соблюдаются ли меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения? Выясняли это сотрудники администрации города совместно с правоохранительными органами. Они вышли с проверкой 16 октября. В ходе рейда мобильная группа побывала в 5 заведениях. Многие из них больше не оказывают такой услуги, как курение кальянов. Однако нашлись и те, кто ослушался рекомендаций. Так, на некоторых из них были составлены протоколы, что влечет административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 50 тысяч, на юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Сегодня у нас в городе проходит очередной рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в котором принимают участие также сотрудники полиции, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и администрация города Новочебоксарска. Такие рейды проходят в городе регулярно. Мы пытаемся в момент рейдов разъяснить людям о том, что нужно соблюдать масочный режим, о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию, наполняемость кафе не более 50% и рассадка за столами не более 4 человек. Также сегодня мы проверяем наше кафе на предмет курения кальянов, поскольку 166-м указом главы Чувашской республики курение кальянов у нас запрещено. Пользуясь случаем, я призываю граждан нашего города соблюдать социальную дистанцию, берегите себя, своих близких и родных. Также участники рейда проверили заведение на наличие журналов термометрии и обработки помещений, соблюдение масочного режима и дистанции. С персоналом некоторых заведений также проведена профилактическая работа для устранения недочетов в их работе. В части нахождения несовершеннолетних посетителей нарушений не было выявлено. Данные рейды в Новочебоксарске будут продолжены. В настоящее время создана горячая линия по приему обращений граждан о фактах реализации в предприятиях общественного питания табачной продукции или предоставления услуг кальянов. Если вы выявили нарушение, звоните по телефону 56 52 40. Ольга Лазарева, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.